Ребят, всем привет! Вот такая вот новенькая обоина у меня сейчас на часах. И часто вы задаете вопрос, как же я ее поставил, как же я сменил циферблат на MS Fit Bip. Давайте сегодня коротко расскажу об этом. Итак, первое, что нужно сделать, это чтобы у вас был включен Wi-Fi, чтобы у вас был включен Bluetooth и чтобы у вас было запущено два приложения. В данном случае у меня это Mi Fit и следующее приложение называется MS Fit Bip Watch Faces. Выглядит вот таким вот образом на данный момент. Вот такая вот иконка у него симпатичная. После того, как вы в него зайдете, у вас будет выбор языков. Понятное дело, выбираем русский. То есть, если вы выберете английский, то все циферблаты будут с английскими символами. И, кстати, циферблаты доступны на разных языках, совершенно разнообразные. То есть некоторые циферблаты недоступны на русском, а некоторые на английском. Все очень индивидуально, просто заходите и смотрите, и скачивайте те, которые вам нравятся. И вот здесь, обратите внимание, этих циферблатов просто немерено. После того, как вы выбрали нужный, понравившийся вам циферблат, я бы рекомендовал, если вам что-то нравится, то сохранять данный циферблат в ваших заметках с помощью звездочки. Давайте выберем вот такой вот циферблат, да, допустим, он понравился. Нажимаем «Add to Favorites». И, например, вот такой. Нажимаем. И теперь вот здесь, где звездочка, видны ваши циферблаты, которые вам понравились. Вот обратите внимание, они здесь красуются. То есть у вас всегда будет быстрый доступ к этим циферблатам. После того, как вы выбрали нужный циферблат, который вам нравится, либо из того меню основного, либо из меню ваших понравившихся циферблатов, вы нажимаете на него и нажимаете «Download Watch Face». В общем-то, здесь написана вся инструкция, как активировать данный циферблат. Нужно открыть Mi Fit, кликнуть в профиль, дальше зайти на MS Fit Bip, дальше зайти в режим выбора циферблата и выбрать именно вот этот циферблат с китайским вот таким вот зданием. Все, после этого он применится. Давайте это проделаем. Заходим сюда, заходим в профиль MS Fit Bip и теперь выбираем настройки циферблата. Обратите внимание, что есть предупреждение о том, что кастомные, то есть такие любительские циферблаты, они могут кушать больше заряда батареи. Находим наше китайское здание, нажимаем сюда, и после того, как произошла синхронизация, а весь процесс здесь у вас показан, у вас будет обновленный циферблат, нажимаем синхронизацию и ждем. Вот обратите внимание, часы как раз говорят вам о том, что идет синхронизация. Видно, что этими часами пользуются 22 942 человека. Вот так вот выглядит теперь наш обновленный циферблат. Обратите внимание, довольно симпатичные, крупные цифры. И, в общем-то, вы таким образом можете настроить циферблат так, как вам нравится, так, как вам больше удобно. То есть, совершенно разнообразные расцветки, может быть, под ремешок, может быть, под ваше зрение плохое, можно покрупнее циферки и прочее. Может быть, какую-то лишнюю информацию стоит вам убрать или, наоборот, добавить какую-то информацию. Все это есть вот в таком замечательном приложении, работает прекрасно, есть реклама, но она не навязчивая, не назойливая, поэтому без проблем, без труда все сможете установить. На этом у меня все, спасибо всем за просмотр, если видео понравилось, не забудьте поддержать, за вопросы задавайте в комментариях и всего вам доброго!